Так, китайцы прислали мне офигенный ножик. Ножик для вскрытия проводки кабеля. Чтобы можно было этот кабель, хоп, разрезать. Это аналог типа Книпекса. Ой-ой-ой, что так жестко-то? А, видно? Вот такая вот насадочка. Сейчас я покажу, как этим пользоваться. В общем, берем ножичек, да, заводим его в кабель и потихонечку надрезаем. И вскрываем, короче. И не повреждаем тем самым изоляцию внутреннего кабеля. Можно резать, соответственно, сюда вот куда-то. Короче, не ножик, а говно. Ни хера он не режет. Оп. Как-то он очень сильно коверкает. Ну-ка, сейчас еще раз вводим. Очень плохо вводится. Вот. Можно, в принципе, поддевать. Более-менее режет. Скрывает он внешнюю изоляцию. Ну, короче, так себе. Китайский дешевый хлам. Даже крышка ровно не надевается. Криво как-то сидит. Вот такая херня.